Всем привет! Вот хотел бы поинтересоваться вашим мнением, вот как вы относитесь к тому, что прошел концерт на Минск-арене, где вы выступили такие вот артисты и группы, как Аура, Серега, Талай, Новицкий из космоса даже. И, конечно, все спели любимую песню, хит, «Любимую не отдают». Вот как вы к этому относитесь? Почему Лукашенко считает себя только, так сказать, президентом половины страны? Все-таки ж, если быть честно и реально смотреть, так сказать, правде в глаза на жизнь, все-таки половина людей, это в лучшем случае, Лукашенко ненавидят. Вот почему так происходит? Для одних концерты, а для других тюрьмы. И вот как вы теперь относитесь к тому, что вот такие группы, как Аура, Серега, Талай, Новицкий, выступили для Лукашенко? Считаете вы их прислужниками режима Лукашенко? Или все-таки они вынуждены были выступать? Напишите в комментариях ваше мнение по этим вопросам.